ужинаем практически в одиночестве. Еще один столик. Вот к нам Влад прилетел наш. Мама, Наташа, Арсюша, Санечка. Сегодня чемпион, забил 4 гола. И Евгений. Тоже чемпион. Тоже чемпион. Ну, понятно, по жизни. И мы сегодня вот в очень вкусном итальянском ресторане. Вот что мне нравится в Ритц-Карлтоне, что вообще практически ты никого не видишь. Но все видят тебя. Очень вкусный ресторан. Тань, дай мне кусочек, Тань. И очень вкусная итальянская. Ой, мам, снимай, мам, снимай, снимай. О-о-о. А как? Good night. Саш, показывай, что здесь написано. Sweet dreams. Good night. Это с песка? Вообще, да? Арсюша, иди посмотри, это из песочка. Такое возможно? Да, как Арсюша это? Может писать тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И птичка какая красивая. Арсюша, тебе понравилось? Это как? Это не знаем как. Арсюша, мы тоже не в курсе, как это. Ну, красиво, да? Ну, все, мы пойдем. Арсюша, это кто так штанишки? Сам. Ты сам наряжался, да? Это что штанишки? Ну-ка, дай-ка посмотреть. Так это же зад, а не перед. Или нормально так? Да, так это ты задом наоборот. Задом наперед одел. У нас шлепки были неправильно, теперь штаны у нас. Штанишки поменяешь? Штанишки. Ой, а башмачки как? Башмачки еще. Ты сам одевался? Башмачки, смотрите. Ты сам одевался, Арсюш? Сейчас еще будешь переодеваться? Нет. Или так пойдешь? Так, пойду. Так, задом наперед? И башмаки так, да? Да, Арсюня. Да. Давай переоденем. Нет. Ты вот прям так пойдешь? Да. Понятно. Пахнет. Чем? Ментолом. Ментолом? Очень, конечно, приятно на память. Видите, такие Ритц Карлтон Мальдивс. Такие классные бирочки. Так что нет, каждому по бирочке. И что это такое, Арсюша? Я вот мой. Твой? Да. Именно. Я мой любимый. Крестики-нолики. Это тоже. Нет, это Сашина. Все. Откуда они? Я тоже хочу. Тебе